Четверг в Самарской области малооблачно, местами пройдет небольшой дождь, 20-22 тепла днем, ночью 12-14 выше 0. Ветер западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, днем плюс 21 градус, ночью 13 тепла, западный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 21, ночью плюс 14, западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре солнечно, возможен небольшой дождь, плюс 21 градус в дневное время, ночью плюс 13, западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 48%, температура воды в реке Волга 16 градусов, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.